Большинство граждан Таиланда поддержали новую конституцию. По предварительным результатам, за основной закон, предложенный военными, отдали более 61% голосов. Против высказались 38%. Неважно, сколько голосов подсчитано, большинство уже высказались на референдуме «за». Явка составила более 50%. Более половины имеющих право голоса достаточно, чтобы признать итоги действительными. Это первая крупная победа нового руководства Таиланда, которое пришло к власти в результате военного переворота 2014 года. Новая конституция откроет путь выборам в следующем году. Будущее правительство должно будет работать уже в соответствии с новым законом. Окончательные результаты референдума будут объявлены в среду.